Как делишки, ребятюшки, с вами снова Дисон и Жиндос, и мы безумные ученые, которые дальше будем продолжать ставить опыты друг на друге. Да-да-да, ребята, всем привет, и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Конечно, поэтому ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий во имя науки, да, компаньон. Да-да-да, ну что ж, пройдемте на нашей испытательной зоны. Давайте покажем, это моя вроде. Да. Да, это ваша. Извините, компаньон. Ничего, я вас прощаю. Пока. До свидания. В общем, ребята, вот моя карта. Чем Жиндос будет заниматься в этой серии? А ему нужно будет найти способ, как умереть. Это, конечно, естественно. Но он сможет легко прийти к этому способу. Но сможет ли он догадаться, то, что наш любимый Стефанчик, вот он, должен будет его столкнуть. То есть Жека должен будет перепрыгнуть через вот этот обрыв, чтобы попасть вот сюда в лаву. Но как он это сделает? И сможет ли ему Стефан первый раз в жизни все же помочь? Я надеюсь, то, что... Да. Чтобы Жека помучился и умер вот в этой лаве. Ну, а, ребята, мы, как обычно, сначала идем к Жеке. Мы пойдем к нему, пройдем его карту, и потом, конечно же, вернемся на мою карту. Поэтому, ребята, все во имя науки. В путь. В путь. Ну что, компаньон, вы готовы? Вы готовы заходить? Ой, компаньон, мне тут холодно не будет тут. А, понимаешь, как бы, Эдисон, уже как бы весна, скоро будет лето, я решил так поностальгировать, вспомнить зиму, вот. Ты прочитай там табличка за тебя. Вот. Писюны, это важно, можно воды? Ты запомни, писюны, это очень важно. Это очень в общем, Эдисон, я тебе заранее скажу, ты можешь ставить из блоков только активаторы и только на красную шерсть. Вот ты нашел скрытый проход в писюне. Активаторы и на красную. Куда я могу ставить только на красную шерсть? Да. Подожди, а как как я выберусь отсюда? Как ты выберешься отсюда? Ой, Эдисон, я что-то это не продумал. Давайте я сделаю. Подожди. В смысле ты не продумал? Ты тут будешь сидеть до конца своих дней, Эдисон. А, то есть это твой способ вот этого убить меня, да? То есть с голода, чтобы я умер. Ты просто с голоду умрешь, Эдисон. Прикольно ты придумал. Хорошо. Ну что, Эдисон, давай, ищи скрытый проход, ищи. Так, может, попробуешь перепрыгнуть, смотри, может, там что-то есть, что-то смерть какая-то вот тут. Мне кажется, какая-то смерть есть. Нет. Компаньон. Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Я вам не верю, компаньон. Так, хорошо. Здесь ничего нет. Так, хорошо, здесь ничего нет. Писюны — это важно, да? Писюны — это важно, это очень важно. Я запомнил. Хорошо. Если писюны — это важно... Так, где... Мне нужно две карточки или сколько? Нет. Ну, одна карточка и палочка. Где мне палочка? Не палочка, а пися вообще-то. А, это пися, то есть писюны — это важно, да? Хорошо. Пися — это важно, я согласен. Только где мне эту писю взять, а? Ну, ты, там еще есть иглу, ты туда еще не заходил. Да, туда можно зайти? Да. Я что-то зрение подводит. Так, хорошо. Так, ой. Где-то я. Ой. Так. Скрытые ловушки, ловушки. Скрытые ловушки — это плохо, это плохо. Это очень-очень плохо, да. Опа-на, еще один скрыт. Да, Эдисон, ты меня мучил в троллинге паркуром, вот теперь и перепрыгивай. Это возможно, я пробовал, я прям реально попробовал. Нет, это невозможно. Это возможно, Эдисон. Ладно, если ты как бы долго не будешь проходить, то... Нет, ты прошел, все нормально. Все, компаньон, все. Так, хорошо. Все продумано. В смысле? Ой, куда это ты там ты? Ой, я сейчас тебя тыркну по жопе тебе. Эдисон, все не так просто. Чтобы умереть, нужно постараться. Ты же сумасшедший ученый. Я стараюсь, только это... Мне реально тебя стало жалко, поэтому я тебе помогу. Давай. Ты так быстро не тыкай. Опа! Карточка, хорошо. Пожалуйста, пощадите. Нет, Эдисон. Ну убейте меня. Не работает. Ну, хорошо. Фейковая лава. Ой. Давай. Хорошо. Походи. Карточка, да? Откуда карточка? У тебя есть карточка. У меня есть карточка. Карточка должна быть 100% отсюда. Вот. Ну попробуй. Да. Да, действительно отсюда, Эдисон. Да, отсюда. Я молодец. Так. Ищи писю, Эдисон.
Ой, сейчас я провалюсь, и я сейчас где-то я там, если я вот прям... Опа! Пися! Нашел писю! Нашел писю! Ты быстро нашел, там на самом деле тут очень много проходов различных, и нас прям сразу в тот пошел. Ну вот, такой интуиция, хорошо. Ты прям сумасшедший ученый. Сумасшедший! Ой, во имя науки, Жека! Прям чертов псих, ну давай. Пися, все во имя писи. Так, идем сюда. Давай, прыгай, пися. Идем сюда. Так, ведьма, дай мне рычаг. Рычаг. Ага. Так. Элиса, да ты прям продуманный человек, я скажу. Все по плану, да? Все по плану. Все по плану идет, все по плану. Так, ой! Мадама. Чеп. Эдисон, ты должен догадаться, ну ты, в принципе, уже догадался, наверное, но поясни подписчикам, если ты не понял. Или ты понял. Ты понял, не понял? Все понятно, Эдисон, все просто и понятно! Да, нет, не особо. Что же делать дальше? Нет. Кстати, нужно как-то нажать на эту кнопку. Ага. Тихо. Эдисон, как-то нужно нажать на эту кнопку. Нажать. Тебе нужен лук, да, как я понимаю? Да, мне нужен лук, Женьдос. А у кого лук. У нас есть лук? Надо вспомнить, у кого у нас есть а лук. А вот у той дуренды. Угу. Может быть, нужно как-то у нее взять лук? Может, как-то у нее нужно попросить, я не знаю, там, может... Ну, пожалуйста, ну дай мне лук, тут хорошая же девочка, ну я вижу. Ну, мне кажется, так она тебе просто не даст, тебе нужно с ней будет поговорить. Иди ты в сраку, а. Эдисон, тебе никто не запрещал это сделать сразу. Хорошо, я тебе это еще припомню, запомни мои слова, я тебе это припомню. А, подожди, писи, это важно. Так, я тебе это так припомню, ты будешь прям, ой-ой-ой, честное слово. Так. Эдисон, ты должен доказать, что ты умный ученый. А слушай, не говорится, да, с ней? Может, ее надо убить? Ну да, видимо, реально нужно ее убить. И потом, как я перепрыгну? А хотя... Убил, молодец. Ладно, хорошо. Ага. Я жду, я в режиме ожидания. Молодец. Только блок нельзя было ломать, ну ладно, Эдисон, это нормально. Это нормально. А что она не откидывает меня больше? А ты... Да иди ты в сракопей, ну это капут просто. Эдисон, все хорошо, подожди. Ты ее поломал, ты блок нельзя было ломать. А как бы я забрал? А там можно было через блок забрать. Так, ну все, Эдисон, ты... В принципе, если вот такая вот моя карта, ты все прошел, тебе осталось только умереть. Опа! Все! Где там летишь? Подожди, у меня одна стрела была, да? Если бы я не попал с первого раза, то... Так, ты бы еще раз ее убивал. Иди нафиг. Ну что, сумасшедший Шишон, вы молодец, пошли вы испытания. Я молодец, ну хорошо, Женьдос, давайте. Запомни, я тебе это припомню. Прямо сейчас припомнишь? Да, прямо сейчас. В общем, ученый, проходите! Ага. Ищите способ. Так. Ищите. Я дам подсказочку, иди сюда. Вот тут, вот тут в траве может быть иголка, вот, в стоге сена, да? Вот попробуй найти и вскрыться просто. А что, мне ломать можно или нет? Да. Я могу ломать прям, да? Да, вот это сломай. Есть там что-то? Нет. Подожди, ты мне сразу скажи, что я могу ломать. Ну я тебе буду говорить. Вот это, какая индюля можешь сломать. Я еще раз поставлю, можешь еще раз сломать. Хорошо, ничего нет. А может у гномиков поспрашивай, у гомиков. Не, они что-то тоже. Гомики какие-то молчаливые, да. Да, какие-то молчаливые гномики. Вот. Ничего не можно, ничего не тыкается. Ничего, ну я можно тут прилечь. Ой, конечно, нормальные люди спят там на этом гамаке, а я... Хорошо. Сундуки, все прочекал. Да, вроде что-то... Ой, Жека, подожди. Там очень страшный лес, мне кажется, не надо туда. Ну я не боюсь, не переживай. Не надо туда ходить, там очень страшный лес. Не, я хочу умереть, так что мне нужно страшный лес. Ну, там очень страшный лес... Очень страшный лес, очень, Жека. Тут много всяких неожиданностей, многие могут тебя убить вот тут. Ты можешь. Так прям, я хочу, чтобы меня убили, прям, в чем проблема? Прям вот, можешь там умереть и все вот это, такое. Тебе нужно найти способ, как умереть. А может в лесу реально ничего нет? Может там возле какая-нибудь что-то есть?
Эдисон, ты меня путаешь. Ты меня очень сильно путаешь. Ломает, как Андюли говорит, иголки какие-то искать. Псих, что ли? Не, ну конечно, псих, я же ученый, безумный, во имя науки. Ну хорошо, хорошо, ладно, я ищу. Ну что-то ничего найти не могу. Я не знаю. А можешь день включить, пожалуйста? Ну, хорошо. Я понимаю, компаньон, у вас со зрением очень большие проблемы, разве ничего тут не видите в этом скрытом какой-то страшном очень таком лесу. Лесу таком страшном. Тут что-то скрытые какие-то проходы. Да. Что в листве, да, должно быть? Что-то в листве. Я не знаю. У меня уже память очень плохая уже очень память у меня. А, кнопочка. Ай-яй-яй! Все же, ты нашел способ, как умереть. Нет, не работает. А что, в смысле, а что, не работает-то так? Не работает. А может, надо попробовать... Ну, хорошо, как хочешь, как хочешь. Подожди, я снова в этом лесу или что, или где? А, нет. Ну, смотри, ты, конечно, все правильно, да, сделал, да? Но в чем суть, Женьдос, да? В чем суть? А ты не попробовал вперед там полететь или еще куда-то? Может, ты бы смог как-то... Да не, я бы не смог. Думаешь? Тут, короче, я вижу, конечно, сундук в листве. Да? Вот, только я туда не смогу. Хотя... Нет, не смогу. Ну ладно, тогда можно тут его посмотреть. Нет, тут ничего нету! Ну хорошо. Что, мне заново нужно бежать, да? Да, давай. Ищи способ. Слишком сложно, Эдисон, я не понимаю. Ой-ой-ой, Жека, пытайся куда-то в сторону. Нет, не получается. Не работает. Подожди, может, не, факел тоже ничего не делает. Что-то тут какие-то у тебя слишком сложно. Так, подожди. Прыжок. А что ты тут все искал как-то? Я теперь не могу запрыгнуть. Потому что ты не там запрыгивал, ты с другой стороны. А, да? Я вот тут запрыгивал. Да. Ну, по-моему, тут как-то все равно ничего нету. А, ты еще и люк сломал, ну ты вообще умный. Спасибо. Ну, хорошо, на. Ну, ТПХ я себе могу поставить. Хорошо, давай. Вот, на, раз ты так хочешь, держи. Хорошо, спасибо. Ну, как-то сложно, не понимаю. А может, таки сюда мне нужно? Да, может, теперь все же вниз надо. Жека, подожди! А, Сифан, подожди, Жека. Ага. Ну, в чем заключается моя серия, да? Ну, конечно, ты это должен... Это не троллинг! Ну, все же, давно надо это сделать. Давно надо, чтобы Стефан тебя уже загрохал. Поэтому в этой серии... Или ты... Стефан? Да, тебя убьет Стефан. А может, не убьет. Ай, понятно. Он мне только мешаться будет, я понял. Да. Ай-ай! Остань. Да подожди, блядь, ну хорошо, Остань, чертов псих! Хорошо. Да. По дереву, и тут, как я понимаю, я просто умру. Ой, точнее, я просто телепортанёк. Куда телепортанёк? Если я спрыгну вниз. Попробуй, откуда я знаю. Нет, мне кажется, это все вроде... Ну попробуй! Ну как бы тут есть лестница, если что, с этой стороны, поэтому... А, да? Ты попробуй перепрыгнуть. Нет, что-то здесь никого нифига нет. Может что-то найдешь. Мне кажется, ты меня просто обманываешь. Ну как-то же надо туда перепрыгнуть. Видишь, Лаву, это твой способ умереть. Способ, чтобы ты умер. Скрытые лестницы, скрытые проходы? Нет. Сразу дам тебе подсказку, чтобы ты не мучился. Нет. Нету ничего такого. Хорошо, ладно, то есть не тыкать, да, на все подряд? Не тыркать, нет, не тыркать. Хорошо. Так, нужно посмотреть в листве. В листве ничего нету, как я понимаю. А, так, то есть ты на фэнси играешь. Прикольно. Читер. Так, ага. А ты мне не говорил выключать. Так, хорошо. Может, это дома есть? В шкафу нет, в комоде нет. Тут тоже книжки всякие. Книжки, все сложно. Как? Может, ты можешь книжку убить? Нет, книжка вряд ли меня может убить. Ну, если много читать, там и не спать, ну, да. Можешь попробовать. Не, что-то не хочу, подожди. Я справлюсь, подожди. А может я будильник сломаю и череп тебе сломаю будильник? Спасибо. Это слишком больная смерть. Я не понимаю! Серьезно. Тебе надо логику включить, логику. Хорошо, логика. Я не могу перепрыгнуть, тут слишком много блоков. В воде ничего нет, как ты уже сам сказал. Тут есть лестница, чтобы залезть обратно. Может, с лестницы нужно прыгнуть? А может, все наоборот? Подсказочка такая. То есть мне не нужно, да, перепрыгивать? Не в этом смысле. В другом смысле, ученый, все наоборот. А, то есть, типа, здесь скрытая лестница, вот, типа, вот здесь где-то, да, тоже есть? Нет. Не ищи какой-то смысл в этих материальных каких-то объектах, а может, все наоборот... Так, ты чертов псих, заколебал мне говорить какую-то дичь!
хорошо. Подожди. Ученые, вы слишком... Все наоборот, вы слишком, да? Тупые, да. Но нематериально. Все наоборот в плане любви и ненависти. А, то есть, смотри, Стефан как-то мне должен помочь. Нет, ничего. Он меня должен перекинуть! Да, от любви до ненависти один шаг, поэтому давай, Стефан не хочет тебя убить, а может Стефан давай, хочет красава, тебе Стефан, помочь! Четко. Поэтому, Жека, почему ты ненавидишь Стефана, если Стефан тебя любит, он помог тебе умереть? Я его должен любить за то, что он помог мне умереть. Ну как бы суть этой карты в этом, поэтому. Ну хорошо, ладно, я понял. Нет, мне понравилось, прикольно. Кстати, я хочу заметить, что мы не сговаривались, когда строили, да, я тоже обидел. Да, нужно перебросить, типа, через... Прикольно, мне понравилось. Хорошо. Ребят, если вам тоже понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно же, лепить большущие пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос. Чем больше лайков наберем, тем быстрее будет новая серия. 5 способов, как убить друга, или точнее 2 способа. Будем так говорить, да? Да, и ребята, не забывайте подписываться на наш канал и ставить комментарии. Отдайте мое тело на ухе уже! Конечно, отдайте, ребят. Большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.